последняя роль на любимой сцене, где она провела всю свою жизнь. Сегодня в Схинвале простились с народной артисткой, народной поэтессой Осетии Людмилой Головановой. В родной театр проститься с Людмилой Графовной пришли коллеги, руководство республики и общественность. Несмотря на пандемию коронавируса, проститься с великой актрисой пришло много народа. В последний раз непревзойденной актрисе приносили на сцену цветы. В театральном зале звучала траурная музыка, под которую Людмила Графовна, не раз блиставшая на этой сцене, читала свои стихи. С любимой сцены ее провожали под громкие аплодисменты. Прощание с Людмилой Головановой продолжилось на театральной площади. یم جمعیتی، یه فرمونش، نفرند. شما مخ، یه فسته چی داری تر بازدی، بودن بر زود تا، اما تختن تا، اما میرستم. О ней можно долго говорить, но слов всегда будет недостаточно. Когда впервые в начале прошлого столетия открылся Госдрамтеатр, Людмила Графовна с группой молодых артистов вернулась после учебы и сразу покорила всех своим талантом, рассказал Филипп Каджаев. Я рул мертвый культа, а мы ям ходили с кудам расухтер бабмала, кадам расухтер фирмала, куд расухтер асиса, моя фаристен кана, моя бахрдара, автам ясиса с комле кана, рухасая адам синема касаге зардама, армастяхи зардама, моком фешата, лаком фешава адам зардама, ейрум адам зардама. Людмила Голованова известна не только как актриса, но и поэтесса. На ее стихи написано много песен. Они стали поистине народными и известны не только в Южной Осетии, но и за ее пределами. فرافت اجر توی نرگوی مگای نلده خیلی سلده خن سرست اگر جورنن نفت جدی و نفید اتن فلا منن آبونن درگن النی من مازه بلوش نخواست سرست اگر نشوگ خوخ نلوگ مصری را فندخت گالان تلو دای بایزی نخودی یفست داگ دوتو مونن کراوخ داگ ود من باشد ایس من باخد ایس شمی سر اگر دور زدن من از افتزه دونه برا فرونم اس پوید مدن اس بازایی دن من نفته، من چی خوفت از دوخت رو بیده خیشه و من میشه بخواست باز است لودای پایزید بدر من خودی بوزای لودای خودی سرمست در تریبونا ارمست در جرده با شمه یه ناسی یه یراد در بودم سر دوخت بود دایی اما دوخت بود دا شگه در لوگه مسیل مشهل یه خوب بود دوخت. По словам депутата парламента Южной Осетии нескольких созывов Тарзана Кокойта, творческий талант Людмилы Графовны еще предстоит изучить, но его всегда восхищала ее гражданская позиция. آبونی رز داره خد بارشی نادن یه بندور تایی سیمو لیودا لیودا بازده که ما خستن کد منه آلان تو گز پادچا آزگه داره کد
خودیالانته من این رازخت از اکدام سلگوی مگم نفیدت تا کم در فله آلانته نو دیوز پاد چاخته و راست هم دونه ایسه این دیرونه به نظر ده باز ده جنی دیرونه کود من آلان دیوز پاد چاخته. Многие хотели сегодня приехать и проводить в последний путь Людмилу Графовну, но из-за пандемии коронавируса не всем это удалось. Шелгой маг артиста и галанунан бантыштиш, барак канаг мадежарда сцена марахашин. Самай яхадак налгой маган сасашчиктай тарштиш, я усасашчикта налгой маги сасчитал артазой бамма. Коллега Людмила Голованова, народная артистка, однокурсница Евелина Губкаева не могла сдерживать слез. Это поколение 60-х годов. Мана элитни войска кутвай хаштрастати автодисте алса адам мамаза база дистам зимаде ама махамдар тафасайттай маразай фадал хаттар маразай сайттай матаудам дар маразай фада худин автоват любимая подруга прощай я много не буду говорить тебя люди любят это видно сейчас на этой площади прощай моя дорогая. Проститься с великой актрисой пришло и все руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Глава государства подчеркнул, что в любой своей роли Людмила Графовна была на высоте. Але югенену евге болотен, майфанахеса кутам, енекофи юбонастам, ама хевшегит зарастеге нахасе, ватер езерде жерта ирон адамиме, ирон адамесам бониме. Личность, которая останется уже в истории нашей Осетии. Личность, которая была государственным и политическим деятелем. Личность, которая была общественным деятелем. Народная артистка Осетии и северной, и южной ее части. Народная поэтесса. Человек, который сыграл роли на сцене вот этого нашего государственного драматического театра. Ее роли от величественных до трагичных, от драматических до комедийных, и везде она была на высоте. Гроб с телом Людмилы Графовны несли актеры театра. Вслед ей звучала песня «Мои Ростон» в исполнении Валерия Саккаева, стихи которой написала сама Голованова. Это произведение многие по праву считают неофициальным гимном страны. Народной артистке не стало на 85-м году жизни. Ее похоронили в Национальном пантеоне Южной Осетии.